Все мы знаем из правил дорожного движения, что выезжая с прилегающей территории, нужно уступать дорогу тем, кто двигается по главной. Синий автомобиль здесь слегка высунулся на проезжую часть, тем самым затормозил газель, создал ему помеху. И в газель, в свою очередь, врезался другой водитель. По причине невнимательности, по причине гололеда, по причине несоблюдения дистанции или по иным каким-то причинам. Синий автомобиль, спровоцировавший это ДТП, уезжает с места происшествия, с него взятки гладкие. Да и по сути ему ничего не предъявишь. А эти двое водителей остались на месте разбирать ДТП.